Своим теплом горожане смогут поделиться и с жителями других регионов. Областная столица присоединилась к общероссийской акции «Олимпийские перемены». На улице Ленинградская специалисты устанавливают аппарат передачи тепла. Чтобы умная печка заработала, нужно пробежать 30 секунд на специальной платформе, после чего выработанную энергию можно отправить в любой из городов-участников акции. А можно и самому согреться, получив тепло напрямую из другого города. Это действительно дает некий импульс людям почувствовать себя и физически лучше, и спровоцироваться на то, что заняться спортом, и как-то это объединяет. Вот. А благодаря технологиям это объединяет целых 10 городов. Аппараты разработали инженеры Московского креативного клуба при Олимпийском комитете. Пока своеобразные печки работают в тестовом режиме. Их официальное открытие намечено на 29 января. Оборудование проработает до начала марта. Поделиться своим теплом смогут все желающие. Но согреться можно будет и 1 февраля, в день старта в Самаре лыжного марафона. Его организуют в честь самого титулованного лыжника Самарской области, чемпиона Европы и мира Анатолия Иванова. Трасса расположена в окрестностях Сокольих гор. В программе две основные дистанции. 50 километров пробегут мужчины и 30 – женщины. Старт марафона будет дан на базе «Чайка». Заявки на участие принимают до 31 января. Те жители, кто у нас готов принять в нем участие, мы всегда рады видеть. Пожалуйста, приходите, заявляйтесь. С четверга у нас работает мандатная комиссия на учебно-спортивном центре «Чайка». И любой желающий может прийти и заявиться.